Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить двусторонние пинетки в виде носка. Также такие пинетки вы можете шить деткам постарше и носить дома вместо тапок. Для пошива я буду использовать трикотажную ткань. У меня футер плотный с начесом, также рибана на манжеты и джерси. Если вы будете шить пинетки для ребенка постарше, который начинает ходить либо уже ходит, то лучше шить подошву из замшевой ткани. Я уже заранее подготовила выкройку, вырезала ее. Выкройку я строила сама, и если вам нужен мастер-класс о том, как построить выкройку, пишите в комментариях, и я расскажу, как это сделать. Также фото моей выкройки вы найдете внизу в инфобоксе. Выкройку я строила на ребенка от 6 до 9 месяцев на размер стопы 11 сантиметров. Выкройка у меня состоит из трех частей: подошвы, верхней части и деталь манжета. Теперь переношу выкройку на ткань, добавляю по всем срезам 0,7 сантиметров на припуск и вырезаю. Теперь переношу верхнюю часть пинеток, складываю полоску ткани вдвое, сбоку у меня идет сгиб. Прикладываю выкройку, обрисовываю и вырезаю. Также вырезаю манжеты. Я уже вырезала все детали, у меня получается 4 детали подошвы, а также 4 детали верхней части и 2 детали манжета. Теперь беру верхнюю часть пинеток, складываю лицевой стороной вовнутрь и сшиваю по заднему срезу. И так сшиваю все верхние части. И сначала буду сшивать пинетки из одной расцветки ткани, а затем из другой. Также беру подошву, также верхнюю часть пинеток, скалываю по отметкам и сшиваю на швейной машине. Также я поставила иглу для трикотажных тканей. И точно так же сшиваю из другого вида ткани, ставлю отметки на подошве и на верхней части, скалываю и сшиваю на машине.
Теперь беру манжету, складываю ее пополам. Сбоку у меня идет сгиб. Сшиваю по крайнему срезу. Также оставляю небольшое отверстие не зашитым, чтобы потом вывернуть пинетки на лицевую сторону. Теперь мне необходимо пришить к манжете пинетку одной расцветки с одной стороны и другой расцветки с другой стороны. Также проставляю отметки на манжете и на пинетках, нахожу середину, скалываю по отметкам, вкладываю манжету внутрь, чтобы было удобней. Скалываю лицом к лицу пинетку с манжетой и сшиваю на швейной машине. И точно так же скалываю другой конец манжеты с другой расцветкой пинеток. Скалываю шов на манжете и на пинетках. Затем равномерно растягиваю манжету, прикалываю к пинеткам и сшиваю на швейной машине. Теперь обрезаю лишний припуск нитки, делаю небольшие надсечки в местах закругления. Выворачиваю на лицевую сторону. И вот такие пинетки у меня получились. Мне осталось зашить только отверстие сзади, через которое я выворачивала пинетки. Скалываю иголками и сшиваю на швейной машине. Теперь вкладываю одну пинетку в другую. И вот так у меня получилось. Также можно сразу выворачивать на другую сторону и носить как с одной стороны, так и с другой.
Вот такие замечательные пинетки у меня получились. Если вам понравился мастер-класс, понравилось видео, не забудьте поставить палец вверх. Буду вам очень благодарна. Также подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Будут вопросы, пишите в комментариях. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока.